Можешь потрогать. Хороший. Он говорит, сколько здесь красивых. Медведь! Красиво, медведь! Пошли еще посмотрим. Иди к Боре, Марко, Боря. Честное слово. А хочешь, вот зубы я ему потрогаю. Зубы. Видишь, я безобидный. Меня не нужно бояться. Ты меня не боишься? Я нет. Болельщики! Болельщики, которые кричат, шумят! А где есть болельщики, ребята? На стадионе! Раунд номер один! Два сказочных снежка! Ребята, нужно перебрасывать через ленту как можно выше, как можно дальше! А взрослые нам обязательно помогают! Итак, внимание, три, два, один, замри. Стоп, снежка на стороне у огоньков. Счет становится 1-0 в пользу команды Луны. Молодцы, ребята. Огонек, ну чтобы все было честно, я предлагаю устроить... Шарики не пинают. Так, раз, два, вижу на стороне Луны и... Сказочных снежков. Раунд номер три. Поехали! Привет, ребята! Дорогие наши родители, а у нас есть конкурс и задание специально для вас. Поверьте мне, вы сотворили снежка на стороне у команды Огоньков и
Два всего лишь на стороне команды Луны. Какая-то непобедимая команда Луны. Счет 3-2. Пользу команды Луны. Ребята, приготовились к следующему раунду. Иди к дракону. Давай поехали у команды Луны. А у нас 6. Ого-го. И счет становится 3. Давай, ребята, смотрите на всех сил. У вас все обязательно получится. ABC, D, E, F, G, H, I, J.
громче, ребята! Самый настоящий символ 2018-го... Ребят, а посмотрите, пожалуйста, наша энергия смогла открыть не только ворота нашего космопорта, а еще и двери в сказку. Ребят, это означает, что вы уже совершенно спокойно можете отправляться занимать свои места. Нужно потопать ножками, похлопать в ладоши и громко прокричать. А вам вы думаете, наших ножек еще не существует? Конечно же, получится. В самом сердце огромной страны. Ребята, а если этот город сердце страны, то значит этот город что? Столица. Совершенно верно. И мы с вами, жители столицы, должны... Вот к примеру. Ребята, вы знаете, что в центре нашего города находится удивительная достопримечательность. Миллионы туристов каждый год мечтают попасть и увидеть, как вы думаете, что? Ты молодец, конечно же, Красная площадь, совершенно верно.